Канал «Умно и разумно» приветствует вас. Чем больше времени проходит, тем больше мы осознаем, что тело не обладает теми же свойствами, что и предыдущие годы. Мы начали терять такие вещи, как эластичность и быстрое восстановление – два ключа молодости. Но винить при этом возраст – это совершенно неверно, потому что если вы употребляете необходимые для функционирования питательные вещества, то таких ситуаций не должно быть, поскольку зрение и память страдают быстрее всего. Потеря памяти – это первый признак не только возраста, но и неправильного питания. Я собираюсь поделиться с вами рецептом невероятного средства, которое не только поможет вам сохранить вашу память, но и потерять накопленный жир, а также токсины. Это средство восстановит вам зрение и память. Для того, чтобы подготовить это средство, улучшающее ваше зрение и память, нам понадобятся следующие ингредиенты. Возьмите 2 сантиметра корня имбиря, 125 грамм корня хрена, 3 лимона, 3 столовые ложки меда натурального, 2 столовые ложки корицы. Приготовление. Первым делом нужно почистить хрен, а затем измельчите его вместе с имбирем в блендере. Теперь нужно нарезать лимоны на кусочки и добавить их в эту смесь. Продолжайте очень хорошо смешивать, потому что мы должны получить гладкую и однородную массу. Когда это будет сделано, добавьте в нее смесь корицы и меда и снова все перемешайте и поместите это чудесное средство в чистую стеклянную банку. Употребляйте по одной чайной ложке средства 2 раза в день, приблизительно в течение 2-3 недель. Напиток этот улучшит ваше здоровье в целом. Мы не только будем иметь необходимые питательные вещества для правильной работы мозга, но также сможем ускорить обмен веществ, поэтому естественным образом поправим свой вес. Кроме того, этот невероятный рецепт поможет вам выводить токсины со всего организма. Желаю вам крепкого здоровья. На сегодня у меня все. Берегите себя. Кому понравилось видео, делитесь с друзьями, знакомыми, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем пока!